как их привлекать? Понятно, что здесь много. Мы изучили спрос, мы поняли, что нужно, чем мы сильны. Да? Мы посмотрели все срезы, которые были проведены федеральным центром по городам, в том числе по Орску. И когда говорили, что это депрессивный город и так далее. Но, например, образование – это была сильная наша сторона. Она и остается этой сильной стороной. И мы понимаем, что это надо развивать. И что, развивая образование, мы оставляем здесь молодежь. Да? Воспитываем, во-первых, грамотную, сильную молодежь, которая, часть которой может здесь остаться. Поэтому здесь целый комплекс мероприятий, которые должны и включились в программу. И это образовательные учреждения, школы, это техникумы, понятно, да? И мы понимаем, что и должен получить новое звучание по развитию института непосредственно нашего.